Zenimax и Facebook уладили дело о нарушении коммерческой тайны. В деле о нарушении коммерческой тайны компании Zenimax компании Acalos поставлена точка. Как известно, в феврале прошлого года суд удовлетворил иск, поданный в 2014 году, и обязал нарушителя выплатить 500 миллионов долларов. Однако процедура предусматривает подачу апелляции, что и было сделано, так что в июне этого года вердикт был пересмотрен и сумма уменьшена вдвое. Поскольку компанию Acalos купила компания Facebook, разбирательство фактически происходило между ней и Zenimax. По сообщению источника, на этой неделе генеральный директор Zenimax подтвердил, что стороны пришли к соглашению. Условия урегулирования не разглашаются. Очевидно, Facebook заплатит некую сумму. Очевидно, она будет меньше названной в последнем решении суда, но достаточно круглой, раз Zenimax согласились ее принять в обмен на прекращение тяжбы.